Ajay, сними чертов мешок с его башки. Итак, еще дубль. Знакомство. Ajay Gale — наш дорогой гость. И эта обезьянка, как зовут, увы, не знаю. И, наконец, я — Пейган Мин. Мой персонаж, грубо говоря, злодей. Его зовут Пейган Мин. Он как такой князек на определенной земле. Занимается тем, что грабит свой народ. Но при этом всячески оправдывая эту деятельность для самого себя. С одной стороны, это страшно, да, что такое вроде у него манеры, а другая сторона медали совершенно... Вокруг есть крайне недостойные люди. Сучьи террористы разрушают все. И я призываю вас, жителей Кирата, взять пример с меня и увидеть в этом благо. А еще говорят, что я далек от народа. Та степень внимания разработчиков, да, с которой они относятся к играм, меня более устраивает, чем нежели даже иногда в фильмах. Потому что вот тут каждую реплику мы просто шлифуем до идеала. Я, как перфекционист, люблю работать так. Эти слова что, похожи? А? Дебил, ты все просрал. Что это такое вообще? Записать игрушку. Это повторить, сделать своим. А что особенно приятно, здесь дают свободу проявления. То есть можно, ну, добавлять в характер что-то там свое. А режиссер только если слышит, что это, ну, прям совсем не относится к материалу, тогда поправляет и направляет туда, куда нужно. А уже когда я услышал актера, который прекрасно записал этого героя, собственно, с той стороны, да, вот, тогда это в значительной степени вдохновило на уже творчество свое. Только теперь верни меня, потому что он фактически шепчет. Давай. А у меня теперь ботинки все в крови. Тебе дали одно простое задание, а ты все испортил! Ну, вообще, злодеи мне очень любопытны. Именно в эти шкуры влезать. Вот. А тут еще он такой довольно объемный персонаж по нутру. Ну, опять возвращаясь, да, там, к манерам. То есть просто в лоб играть злого – это неинтересно. Ну, как говорил Константин Сергеевич, сейчас поумничаю, Станиславский. Вот. Играя злого, ищи, где он добрый. Вот, собственно, этим я и занимался. Поэтому любопытно, насколько получился человек все-таки, да, с теми или иными эмоциями. Ну, посмотрим. Поэтому да, обязательно посмотрю. Очень любопытно, очень, очень хочется посмотреть, что получилось. Помогите! Адиафрагмы! На помощь! Помогите! Послушаем. Не, друзья за тобой не придут.